Больше 2 часов длилась встреча главы Ленинского городского округа Дмитрия Оборенова с жителями ЖК «Усадьба Суханова» и соседствующих с ним домов. Вопросов было намечено немало, но в итоге успели обсудить лишь один проект дороги Солнцево-Бутово-Видное. На встрече присутствовали представитель инвестора проекта и проектной организации, которые детально рассказали о той части магистрали, которая будет проходить рядом с жилым массивом. Согласно нормативных документов, автомобильная дорога, кромка проезжей части, должна располагаться на расстоянии не менее 25 метров при наличии шумозащитных экранов. На сегодняшний момент мы трассу расположили так, вот сейчас фрагмент подводится, 34,97 метров. Не сразу удалось наладить разговор. Жители, обеспокоенные перспективой столь близкого соседства с трассой, вначале были категорически настроены. Но Дмитрий Оборенов дал слово каждому желающему, объяснив, что именно в этот момент происходит обсуждение проекта, и в дальнейшем будут рассмотрены внесенные предложения. У нас, когда Декорт осваивал эту территорию, поднимался вопрос по состоянию конструктивных особенностей дома, нашего дома 18. У нас брачные панели, у нас везде трещины, у нас дом наш не выдержит ничего абсолютно. Могли бы вы организовать экспертизу несущих конструкций нашего дома? Руководитель УК ЖКХ Алексей Гаврюшин подтвердил свое согласие провести экспертизу за счет управляющей компании. Сделаете? Да, сделаем. Собрание проводим же с вами. Да, но у нас по косметическому ремонту. Мы туда повестку просто включим, эти вопросы и проведем. Одно из предложений, прозвучавших на встрече, касалось расположения основной трассы. Жители уточнили, есть ли возможность для переноса ее южнее. А местный депутат Гаджимурат Гаджимурадов поинтересовался, можно ли оставить одну разворотную петлю вместо двух. Утопить в тоннеле часть дороги – такое предложение также было вынесено на обсуждение. На бумаге Дмитрий Оборенов пометил все моменты, которые будут донесены до разработчиков проекта. А к вопросу строительства дороги глава обещал вернуться в следующей встрече, которая состоится уже через несколько недель. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.